Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязания». И сейчас мы с вами будем вязать шапочку «Снеговик». Любое вязание мы начинаем с составления, со снятия мерок и составления схемы вязания. Шапочку вязать мы будем на манекен, то есть на ребенка 50 размера, голова 50 размера, детская шапочка. Итак, для того, чтобы нам ее связать, нужно две мерки. На ближайшее время, вот то, что, чем мы сейчас будем заниматься. Мы будем сначала вывязывать внутреннюю часть, потом наружную. Поэтому для внутренней части нам нужно знать мерки от где-то вот затылка, чуть повыше. Если мы будем делать до самого низа, у нас шапка может быть длинновата. Вот здесь вот, в этой части. Так, через центр головы, через лицо и вот где-то сюда. Чуть ниже подбородка. Получается у нас 49 сантиметров. Ну, 50. Пишу. Длина головы 50. И ширина головы. Ну, раз шапка 50 размера, значит и ширина головы у нас, собственно, тоже 50. Это 50 размер. Получается такой квадратик. Теперь лицо. Мы с вами будем вязать квадрат. Прямоугольник, конечно. Здесь клинья. У нас шапка должна сидеть по голове ровно. Поэтому никаких мешков на затылке быть не должно. Мы сделаем клинушки. Клинушки по правилам на... Где-то одну треть высоты шапки составляют, но высоты стандартной шапки. То есть мы можем для того, чтобы узнать высоту клиньев, померить стандартную высоту шапки. Вот от того места, от какого хотим, до центра лба. Где-то вот у него шапка где-то 31 сантиметр. Делим пополам. Ну, 30, берем 30, делим на 2, это получается 15, то есть у нас шапка была бы 15 на 50, и от этих 15 третью часть у нас идет на клинья. То есть от высоты шапки третья часть на клинья, значит здесь у нас 5 сантиметров. Все очень просто, клинья будут занимать 5 сантиметров, и они плотненько лягут на голову. Дальше. Длина шапки 50, значит, поскольку это прямоугольник, мы будем вязать его в ширину 25. 5, 25, значит, вот эта часть у нас идет 20. Еще раз сейчас проверю, насколько правильно 20. Клинья у нас занимают 5 и 5, это 10. Вот где-то так. И отсюда, ну да, 20 и 20. Немножко шапка сместится на лоб. Так, это мы померили. Теперь, что касается лица. Лицо измеряем четко, потому что шапка узкая, и мы должны точно знать, какое отверстие делать. Отверстие может быть совсем малюсенькое, может быть очень широкое. Отверстие берем, ну вот я возьму небольшое, 13. Хватит мне 13, для того, чтобы глаза только торчали и нос. Ну, 14. 14 в ширину. И в высоту от начала губ тоже до где-то переносится 12. То есть 14 на 12. Схематичное отверстие посередине. 14, 12. Но поскольку квадрат, если я свяжу квадрат, мне вот здесь вот такие острые углы совершенно не нужны. Зачем мне вот это вот нужно? Я его скруглю. Скруглять будем... Очень просто. Знаете, ручкой, чтобы было видно. Мы поделим на три части каждую сторону и просто соединим. И получится у нас вот такой вот, вот такая вот фигура. Вывязывать круг мы не будем точно. Абсолютно точно, потому что ну, это совершенно не нужно. И при таком вот варианте, упрощенном, отлично. Все это обрисуется, мы сделаем обвязку, и все будет отлично по кругу идти. Итак, 12 делим на 3, это 4, значит, вот здесь вот
4 сантиметра. 14 делим на 3. Ну, возьму 5. Для того, чтобы как-то разместить. Итого 14, 4, 4, 4. Да, 12, 4, 4, 4. А здесь 4,5. 4,5 и 5. Вот это мы сейчас все распишем и провяжем. Так, на какой высоте делается отверстие? Если у нас шапка идет вот от начала подбородка, значит, делать я буду в сантиметрах в 3 или в 4 от начала. Вот так вот. То есть где-то в 4 сантиметрах от начала шапки я буду делать отверстие. Значит, до начала 4. Итого 4, 12, 5 есть. От отверстия до клиньев все, что остается. Итого 25 минус 4, минус 12 и минус 5 равно 4 сантиметра. То есть, смотрите, 4 сантиметра мы вяжем до отверстия, 12 сантиметров отверстия, 4 после отверстия и клинья. Это наша шапочка. Причем по поводу внутренней части. Ширина шапки 50, но как вы хотите, чтобы она плотненько сидела, либо чтобы она была абсолютно свободна. Если вязать как есть, она будет просто очень свободно сидеть на голове. Поэтому, как правило, мы ширину шапки чуть-чуть уменьшаем. Вот ширина у нас 50-50 размер. Если хотите, чтобы было плотно, берем 48 на пару сантиметров поуже. Это сантиметр. Вот, собственно, то, что мы должны с вами посчитать. Клинья будем сейчас рассчитывать по месту, по петлям уже, потому что, имея количество рядов и петель, гораздо проще собрать количество клиньев. В данном случае нам не важно, сколько клиньев будет, потому что это внутренняя часть. Итак, вот схема вязания внутренней шапки. Вот здесь у нас обязательно открытые петли. Мы берем с открытых петель, провязываем часть. Потом мы берем внешнюю часть, провязываем. И в процессе будем соединять с внутренней шапкой. Считаем ряды петель. У меня есть петельная проба. Две с половиной петли и 4 ряда на 6 плотности. Моя задача сейчас посчитать количество петель и рядов. Так писать буду жирным карандашом, чтобы было видно. 48 это петли. Значит, беру 48 умножаем на 2,5 равно 120 петель. То есть для того, чтобы провязать шапку, мне нужно набрать 120 петель. 4 это уже ряды. Так, 5. Ну давайте сначала с петлями. 5 основания нашего отверстия. 5 умножить на 2,5 равно 12. Здесь 12 петель. 4,5 умножить на 2,5 равно 11. 11 и 11. 11, 12, 11. Отлично. Остальное у нас все ряды. Итак, 4 это ряды. 4 сантиметра на 4 ряда в 1 сантиметре получается 16 рядов. 16 рядов. 20 рядов. 5 на 4. И 12 умножить на 4. Можно было, конечно, тоже в уме. 48 рядов. Итак, за 48 рядов мы делаем отверстие. Провязываем 16 рядов полотном. Делаем отверстие за 48 рядов, провязываем 16 рядов целиком и на 20 рядов мы делаем клинья. Клинья могут быть абсолютно разные, любые. Самый простой вариант это делать сшивные клинья. Это быстро и эффектно, потому что пересаживать очень долго. Будем делать простые сшивные клинья. То есть каждый клин будем взять отдельно и соединять с предыдущим процессе, чтобы не делать сшивание.
Это тоже ускоряет процесс. Итак, за 20 рядов 120 петель. 20 рядов – это 10 фаз. 20 фаз – это движение кареткой в одну сторону и в другую. Это как раз тот минимальный, та минимальная размерность, за которую мы можем убавлять петли, потому что в каждом ряду мы убавки не делаем. Мы делаем убавки через ряд. То есть через ряд убавили, через ряд убавили. Вот таких вот через ряд у нас получается 10, поскольку 20 рядов у нас высота клиньев. Вот 10. Я могу даже написать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это расчет клиньев. Это как раз мои фазы. И вот за эти 10 раз, 10 фаз или раз, называйте как хотите, я должна убрать какое-то количество петель. Какое мне будет удобно. За один раз я могу убрать, пускай, 10 петель. То есть с двух сторон получается 20. То есть за 20 рядов я убираю 20 петель. Вот так вот. Через раз. Итого я за 10 вот этих фаз 20 петель убираю. 120 делим на 20. Получается 6. 6 клиньев. То есть с двух сторон каждый раз я вот так вот убираю. Получается 20 петель. У меня будет 6 клиньев. Зато ровненько все это по голове ляжет. Все, с клиньями разобрались. Теперь, что касается отверстия. 16. Так, 4 на 4, 16 умножить на 3. 48 так и есть. То есть за 16 рядов мы делаем расширение отверстия. 16 рядов мы вяжем прямо. И 16 рядов мы это отверстие уменьшаем. То же самое пишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядов. С одной стороны пишу минусы, с другой плюсы. Ну, в принципе, они симметричны будут. И вот за эти 16 рядов я должна 11 петель. Здесь вот по расчету 4,5 сантиметра, это 11 петель. Вот эти 11 петель я должна убрать за 16 рядов. Беру карандашик и убираю. Первая петля у меня пойдет, ну, пускай на первом ряду, поскольку если я начинаю убирать или вот вставлять иглы в нечетном, то и последняя будет тоже в нечетном ряду. Две убрали, осталось 9. И смотрю, сколько у меня тут. Если я буду в каждом нечетном 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а у меня их 11. Значит, я в начале 2 убираю и в конце 2 убираю. Все. И точно так же их ставлю в работу. Итого за 16 рядов я убираю 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, пускай, значит, вот так вот. Когда я буду ставить обратно, я просто в обратном порядке, вот так переверну бумажку, 1, 2, 3, 4, 5, буду в обратном порядке это все выставлять. Итак, минус, 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 по одной, по одной, по одной, и здесь 2. Все, вот это мой расчет отверстия. Поскольку все центрируется, для того, чтобы удобно было вязать, по центру смотрим, сколько у нас вправо-влево уходит, и абсолютно симметрично это все делаем по одному расчету. Собственно, осталось только провязать вот эту часть, и будем вывязывать самое интересное, вторую, внешнюю часть. Но для начала то, что у нас изнутри идет. Двадцать петель бросовой ниткой помогательная. Беру катушечную нить контрастного цвета и провязываю один ряд для того, чтобы у меня были хорошие открытые петли. Катушечная нить должна быть очень крепкая, лапсан. Один ряд. Ой.
ниточки оставляю и привязываю катушечные хвостики катушечной нити к ниткам вспомогательным хвостам, для того чтобы у меня не растягивались первые петли основного вязания. На втором. И начинаю вязать. Вяжу из белой пряжи, потому что это все-таки снеговичок, беленький. И по нашему плану я провязываю 16 рядов до начала отверстия. Так, нитки. Шестнадцать рядов прямым полотном, абсолютно без каких-то вязываний, рисунков и прочего. Прямое полотно. 16 рядов. Дошли до вывязывания отверстия для лица. Я знаю, что у меня 12, 11 и 11. Я могу отметить на машинке, для того, чтобы вообще не думать, где у меня какая ширина, какая высота. Поэтому сейчас я беру любое средство для отметки и делаю на машинке. Поэтому сейчас я беру скотч бумажный, потому что у меня черная игольница, черные рельсы, на них ничем не нарисуешь. Если у вас светлая машина, вы можете рисовать на ней карандашом, ну или тоже приклеивать что-то, это на ваш выбор. Так, на светлой машине я рисую косметическим карандашом, очень удобно. Беру тоненькие-тоненькие полосочки бумажного скотча и отмечаю. У меня 12 петель относительно середины, значит 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь ставлю метку. Это первая метка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это основание лица. Вот отсюда я буду делать расширение, а потом и сужение до вот этого расстояния. Вот. Это прямая часть. Сейчас я буду расширять. Расширение идет по 11 петель. 11 и 11. Точно так же еще 2 метки. И 11 иголок в одну сторону, 11 в другую. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Вот сюда. Главное, чтобы иголка не мешала. И 1, 2, 3, 4, 5, 11. Вот сюда. А теперь мне не надо думать. Я просто не должна заходить за вот эти вот метки. Если я за них зайду, у меня получится отверстие гораздо шире, чем мне нужно. Вот поэтому... Что я сейчас буду делать? Если машина с нитеводом, у вас вариантов никаких, вы вяжете по очереди обе части. То есть вы сначала вяжете ту часть, где у вас рабочая нить, берете и вывязываете одну часть, потом вторую, потом все вместе. Если у вас машина, как у меня, с ручной прокладкой, это дает возможность вязать обе части одновременно и сэкономить время и силы. Для этого нужно два мотка и... Первое, что я делаю, закрываю вот эту вот часть, которая у меня пойдет в середине. Закрывать можно любым удобным способом, потому что потом мы все это будем убирать в рулик. То есть... Смотрите, беру, вот у меня одна метка, это пойдет на уголок, вот это вот пойдет на уголок, а вот эта часть между отметками, вот та, которая пойдет на середину лица, то, что мы с вами отметили, беру нитку и рабочую белый цвет и закрываю петли
основание лица. Это все будет убрано, все будет спрятано, поэтому, но все равно старайтесь, во-первых, не сильно стягивать, а во-вторых, делать поаккуратнее, чтобы меньше было прятать, чтобы не утолщать лишний раз. Так, закрыли, петлю надели на следующую иголку, все. Эти иглы в заднее положение, они пока принимать участие в работе не будут, пока мы не закончим вязание отверстия. И теперь я спокойно вяжу две части одновременно. Еще раз, если у вас машинка с нитеводом, вы вяжете по отдельности. Вы сначала вывязываете ту часть, где у вас находится рабочая нить. У меня это левая сторона, вот рабочая нитка. Вывязываете по расчету, который мы с вами сделали. Так, ну мы с вами расчет сделали. Вот 16 рядов, вот по вот этому расчету. На первом ряду убираем 2 иглы. Дальше 3, на третьем ряду 2 иглы и дальше по одной, по одной. На 15 2, на 16 вяжем... 16 уже идет как бы в расчет. На самом деле можно по прямой части, по прямой. На самом деле можно упростить себе задачу, вот сильно упростить себе задачу, либо сократить ширину на одну петлю, либо увеличить длину вот этого угла. То есть можно делать не по 2 петли, а по одной. И вот сколько выйдет, вам надо 11 петель, значит 11 на 2, на 22 ряда мы это все растягиваем, длинный-длинный вот такой получится у нас, не более такой пологий уголок, а длинный. Пожалуйста, это вообще никак не должно влиять ни на качество, ни на вид этого изделия. Мы делаем более пологий уголок, более крутой, простите, потому что мы увеличиваем количество рядов. Но при этом у нас уменьшается количество рядов провязанной прямой части. То есть, если 22 и 22, ну, допустим, вводить, то прямая часть будет крошечная. 22 и 22 – это 44, то есть у меня прямая часть вообще получится сантиметр. На самом деле это не очень хорошо, но можно уменьшить количество петель ширины. Можно, если совсем лень и не знаете, как делать. То есть подстраивайтесь под свои возможности, как вам удобно. Я буду делать, как я посчитала. Я не буду делать такой вот ромб. Там получится совсем ромб. И этот ромб будет тяжело обвязывать. То есть он будет все-таки принимать форму ромба больше, а не круга. Поэтому я буду делать по своему расчету. Вы делаете так, как вам удобно. И более того, когда у нас нить находится с разных сторон, убирать по 2 петли неудобно. Поэтому... тоже тут есть нюансы. Если вы делаете по очереди, делайте как получается. Если вы делаете одновременно, у меня не может быть никаких вариантов. У меня две нитки прокладываются в одну сторону, и машинка их провязывает. Поэтому убавки делаются, получается, с противоположных сторон от рабочей нити. Поэтому делать убавки я тоже буду по очереди. С одной стороны по четным рядам, с другой стороны по нечетным. Еще раз скажу, потому что каждый раз у меня... относительно этого отверстия рабочие нитки будут находиться с разных сторон. Вот я буду их менять вот так вот по очереди. И мне неудобно будет делать убавку с двух петель. Две петли – это значит две убавки. Вот, рабочей нитью. Делайте, как вам удобно. Я делаю по своему расчету. Итак, первый ряд мы провязываем. Я беру с одной стороны и с другой стороны прокладываю две нитки. Беру здесь, беру здесь, провязываю ряд. Первый ряд провязан. Смотрю, в первом ряду я делаю 2 убавки. У меня нить оказалась с этой стороны, значит, в первом ряду я делаю 2 убавки здесь. Я переношу одну. Можно косичка, можно пересадка, вот как удобно. И вторую. Здесь
Не стоит делать декерные пересадки, чтобы дорожка шла, потому что когда мы будем делать обвязку горловины, эта дорожка очень некрасиво вылезет в сторону. Лучше все вот эти вот узлы убавочные оставлять на краю. Ничего не делайте. Никаких декерных дорожек. Два. Теперь у меня рабочая нить. С этой стороны я делаю убавки второй части. Ну, когда у меня пошло 3 по одной иголке, вообще не важно, по одной петле можно убирать с любой стороны. 3 я тоже делаю по 2 убавки. Значит, продолжаем. 2, значит 2. Раз, два. Убавили здесь. Провязываем еще ряд. Убавляю с другой стороны. Четыре. Пятый ряд. А вот на пятом ряду, поскольку у меня начинаются по одной убавке, мне уже без разницы, я могу убавлять с двух сторон одновременно, просто пересаживая петли с одной стороны, с другой. Не по правилам делать одновременные убавки через ряд, то есть я, получается, делать буду сейчас убавку в предыдущем ряду и во втором сразу. Не по правилам, но при таком варианте я облегчу себе жизнь на все 16 рядов. Вот, до следующей вот этой вот большой убавки, потому что мне не надо будет думать, восьмая это, девятая, по очереди, не по очереди, я буду абсолютно симметрично убирать одновременно с двух сторон петли. Это просто удобно. Я просто их пересаживаю на соседнюю и все, и ни о чем не думаю больше. Я думаю только о том, чтобы мне удобно было вязать и меньше допускала бы ошибок при вот такой вот системе, когда приходится держать в голове очень много информации. Там убрала, там не убрала. Раз, два. Седьмой ряд. Одна. Точно так же два ряда, восьмой, девятый, два ряда, десятый, одиннадцатый и до пятнадцатого. В пятнадцатом ряду убираю с одной стороны. Потом в 16 ряду убираю с другой стороны и провязываю 16 рядов по прямой с двух сторон. Потом выполняю вот точно такую же операцию, только в обратном порядке. И добавлять петли я буду уже с разных сторон, потому что добавлять буду ленивым способом. 2 петли это все-таки прибавка полноценная, это набор петель, обвив или косичка. А одна петля добавляется путем просто выставления иголки в рабочее положение. Итак, 7 я еще не убавила. 5. Вяжем до начала прибавок. Как делать прибавки, я вам покажу. А сейчас убавки до 16 по расчету. И дальше прямое полотно, тоже 16 рядов с двух сторон. Будем делать уже закрытие отверстия. Обратно делаем то же самое в обратном порядке. Единственное, что для того, чтобы не переворачивать листик, я могу здесь вот одну убрать, одну добавить здесь. То есть при обратную часть, по идее, делается вот так, переворачивается, и первый ряд считается 16-м. Раз, два, три, четыре. Учитывая, что у меня добавки, то есть убавки резкие шли в начале, я просто сверху добавляю, снизу убираю. Все. Я перевернула расчет. Те же 16 рядов, тоже по одной, по две петли. Итак, первый ряд. Счетчик обнуляю, 16 рядов. При том же варианте. Итак, еще раз скажу, что если у вас нитевод, вы сначала выполняете одну сторону четко по этому расчету, потом вторую тоже по этому же самому расчету. Первый ряд.
у меня добавка двух петель. Где нитка, там и добавка в данном случае. Один раз делаю обвив, и второй раз я оставляю иглу в переднем положении. У меня петля образуется сама, и не будет растяжки на этом месте. То есть это самый лучший способ добавить петлю без растягивания полотна. И в работу. У меня образовалась очень тоненькая, хорошенькая петелька. Теперь с этой стороны делаю то же самое. Одна обвивается, вторая оставляется в переднем положении. У меня таким образом добавляется 2 петли. И дальше я добавляю уже по одной до 13 ряда. 3. Все. Теперь добавляю с этой стороны. Одна. Просто выставляю иглу в переднее положение. Если у вас рычаги частичного вязания не включены, у вас игла будет вставать в работу и просто делать петлю. Она будет чуть-чуть посвободнее, но это тоже нормальная прибавка. То есть для того, чтобы прибавить одну петлю, достаточно просто поставить в рабочее положение иголку со стороны рабочей нити. Ну и таким вот образом поехали добавлять по нашему расчету. Единственное, что еще раз повторю, нам придется это делать каждый раз с той стороны, где у нас рабочая нить. То есть через ряд. Потом мы добавляем вот так, как я показала в начале, два раза по 2 петли. И вот эти вот петли, которые у нас стоят, должны будут идти по прямой. Мы просто той ниткой, которая у нас окажется в середине, делаем добор. Та нить, которая у нас окажется с краю, будет продолжать вязание. Вот, собственно, и весь секрет. Сейчас мы делаем добор нашего угла до меток. И дальше я вам покажу, как переходить на одну нить. Вот у меня остались пустые иголки между метками. Я их просто ставлю в положение переднее. Той нитью, которая у меня в середине оказалась, делаю добор. Еще раз говорю, добор может быть абсолютно любым. Можете косичкой, можете обвивом, можете открытые петли оставлять, как удобно, потому что это все уйдет внутрь, мы все это спрячем. И теперь эта нитка у меня останется в середине, я ее просто отрежу. Можно и вот эту вот обвить для того, чтобы соединить и отверстие. Видите, я обвиваю следующую иглу дополнительно, на которой уже есть петля, для того, чтобы не было рубчика между иголками. Можно, конечно, и не делать, потому что у нас все равно все уйдет в закрытую планочку, но сделала и хорошо. Теперь вяжу 16 рядов до начала клиньев той нитью, которая у меня оказалась с краю. У меня провязаны все петли, отверстие вывязано. Видите, оно причем практически круглое при таком вот варианте, как мы с вами делали. Почти круглое отверстие. Сейчас вяжем 16 рядов и делаем клинья. Клин начинаем с той стороны, где у меня рабочая нить. 6 клиньев по 20 рядов. Идеально было бы, конечно, как я хотела, вязываем клин и одновременно надеваем его на следующий, делаем одновременно сшивание. Но проблема в том, что при вязании второй части я буду одновременно вязать и надевать ее на вот эту вот нижнюю часть. То есть я буду пользоваться основой вот этой вот части. Я буду сшивать в процессе вязания. Поэтому вот эти стянутые на макушке клинья могут не помешать растянуть полотно. Вот только исходя из этого делаем клинья разрезные. Потому что потом мне придется все это сильно растягивать, и проблем будет больше, чем удовольствие. Поэтому сейчас беру, делаю. Здесь можно и декерные, какие угодно пересадки. Это внутренняя часть, даже красиво будет, если дорожки. И так, первое, мне же на первом ряду надо делать. Ставлю в переднее положение все иглы, кроме первого клина. И провязываю первый ряд только на иглах клина. 20 петель, как я и хотела. Делаю убавку. У меня 20 рядов, то есть через ряд я буду делать вот эту вот убавку по одной петле с двух сторон. Потом я их просто сошью. И все.
1 петля. Ряда 1 петля с одной стороны, 1 петля с другой стороны. Вот таким вот образом заканчиваю внутреннюю часть шапочки. В общем-то, ничего сложного. И вот так я делаю все 6 раз. Еще раз скажу, что можно было делать больше, можно меньше. В данном случае мы исходим только из удобства, чтобы меньше считать пришлось. На что делится, столько и выполняем. И так далее до основания, и переходим к следующему клину. Берем эту же нитку, видите, у нас уменьшается вязание до буквально двух иголок, доходим и делаем их на стяжку. Здесь нам макушка не очень важна. Если вы хотите, чтобы стяжка была более-менее симпатичная, оставляйте по 4 иглы, и вот эти 4 иглы на каждом клине, 6, 4, 24 петли у нас всего получится, они прекрасно пойдут на хорошенькую такую стяжку, будет очень аккуратная макушка, если вам важно, что будет изнутри. Но хочу вам сказать, что вывернуть такую шапку будет очень непросто, это такой большой чехол, поэтому вряд ли вы будете смотреть, что у вас внутри. Я буду делать до 2 петель убавки. Сейчас доделываю все макушки, и мы с вами приступим к самому интересному, собственно, оформлению самого снеговика. Ну и так далее, до минимума, и снимаете один клин, второй, третий и так далее, до конца. Довязали, я, видите, сколола булавками то, что у нас получилось. Сшивать пока не надо, потому что сейчас мы будем это все обратно разбирать. Мне надо было просто посмотреть, что все получилось так, как мы хотели. Вот лицо. Оно немножко подтянется, когда мы зашьем сюда рулик. Немножко поуже. И рулик сделаем широкий, чтобы он побольше прикрывал наше лицо нашей модели. Так, учитывая, что при таком вязании, видите, как правило, у нас макушка на шапке находится вот на темечке, не на темечке, а на затылке, вот здесь вот. А здесь она получилась именно на темечке, вот. Поэтому оформлять как-то особо вот это место мы не будем с внешней стороны. Здесь у нас должен будет находиться верхний шарик снеговика, скажем так. Для чего я все это приколола? Для того, чтобы именно вот сейчас на модели определить размер самих шариков, что мы с вами будем вязать, потому что на глаз это очень сложно определить. Более того, мы сейчас заколем булавки на тех местах, которые нужны, и будем определяться с размерами, сколько ширину и сколько высоту мы будем их вязать. Поэтому беру булавки и смотрю, что я хочу. Я хочу 3 шарика. Первый, вот где-то вот здесь, вот отсюда, где уши. Первый, второй, и там, где у меня начинаются клинья, будет третий. Вот здесь вот пойдет третий от клиньев. Поэтому до клиньев я вяжу один шарик, и где-то он будет идти вот до лица. Вот так вот. В принципе, можно присобрать вот как раз по уровню лица, чтобы он шел. И это первый, это второй, и третий где-то вот самый массивный, вот до середины. Или даже можно повыше. Вот так вот. Вот так и сделаем. То есть мы можем даже немножко их убрать в бок.
Мы, в принципе, можем все, можем немножко в бок все это вязание убрать, и у нас ничем, собственно, мы ничего не изменим при этом. Конфигурация шапки можно сделать прямыми. Вот так и получится, что у нас один снеговик, второй и третий шапка. Раз, два, три. Будет, в общем-то, нормально. А нижнюю часть мы свяжем рыхленьким снежочком с добавлением серой или бежевой нитки для того, чтобы немножко все это оттенить, потому что иначе получается слишком просто. Снежки, снежки, снежки. Сейчас здесь будет рельефный рисунок с тенью, а здесь три вот таких вот шарика. Раз, два, три. Вот, собственно, мы определились. Теперь относительно вот этого петельного столбика я могу уже и заниматься тем, что делать разметку. Можно мерить прямо на модели, потому что если верхние снеговики у нас пойдут, вязать можно от снеговика вверх и от этого снеговика вниз уже узором. Можно так делать. Можно начать узором, довязать до уха, вот до этого снеговика, и уже провязывать снеговиком. При этом у нас уже будет провязана нижняя часть. Здесь как вам удобно. Если у вас узор будет сильно отличаться по размеру от основной шапки, то лучше делать раздельно. Если узор, петельная проба узора и кулирки, которые мы вяжем снеговика, сильно не отличаются, то оставляйте так, делаем снизу. Итак, я буду вязать снизу. Провязываю вот так же, аналогично тому, что связано, только уже цветным узором, который у меня будет имитировать рыхлый снег. Довязываю до первой булавки, надеваю протяжки на иглы, причем протяжки буду надевать с изнаночной стороны, поэтому я и вывернула изнанкой наружу. Я могу просто даже ручкой или каким-нибудь неярким фломастером нарисовать линию. Это будет еще проще, мне не надо будет вообще думать, где какие метки брать. Просто рисуйте линию, раз линия, два линия. Ну, по линии можно ничего не рисовать, они и так вот. Сплошные меточки у нас. Поэтому беру какую-нибудь ручку и могу вот так вот лежа поставить метки по одной линии. Могу, если вам не нравятся вертикальные вот такие вот четко по параллельно земле идущие снежки, можете криво нарисовать. Наденете на иглы, будете вязать криво. То есть все в ваших руках. Я буду вязать прямо. Поэтому сейчас относительно вот этих булавок сейчас снимаю шапку, укладываю ее на стол и аккуратненько делаю метки вот этого петельного ряда. Одного метки на петельный ряд, второй. Смотрю, сколько у меня петель составляет мой узор, и начинаем вязать. До первой булавки я вяжу так, чтобы у меня абсолютно симметрично шло вязание. В принципе, можно, смотрите, вот здесь вот чуть-чуть это все и опустить, а можно вязать как есть. То есть можно вот как закололи, так и вяжем до булавки. Потом мы надеваем на иглы вот это наше полотно и вяжем совместно. У нас изнанка будет держать лицо. Так, у меня нижняя часть. Сейчас я четко по ней делаю верхнюю. У меня немножко другая петельная проба. Так, боюсь трогать, потому что ровненько, видите, отпарено, разложила как нужно. У меня петельная проба. Плотность 7. 2 и 3 петли. 8 рядов. Это петельная проба снега, которую мы должны провязать до вот этой первой синей линии. Видите, я нарисовала линии, как я вам говорила, ручкой по изнаночной стороне. И сейчас моя задача до первой линии провязать снег рыхленький. Это значит, что у меня будет узор, который я должна четко, в котором я должна четко повторить вот это отверстие. Петельная проба другая, поэтому один в один я рисовать не могу. Мы сейчас будем все это с вами считать прямо вот по месту.
Линейку я положила для того, чтобы ограничить высоту, потому что иначе очень сложно понять, какую высоту, где чего я вяжу. И смотрим, что у нас получается. Получается, что отверстие шириной получилось чуть-чуть больше. Оно 15 сантиметров. Значит, 15. Так. А в высоту до линейки, от вязаного до начала линейки, у меня 5 сантиметров. Высоту 5 сантиметров. Считаем 15 умножить на 2,3. 15 умножить на 2,3 равно 34. 3-4 петли, а 5,8, 40 рядов. За 40 рядов я должна убрать 34 петли. Вот этот расчет у меня будет соответствовать тому, что мы делали, потому что он будет связан той же самой кулиркой, только большее количество рядов провяжу. По ширине все будет то же самое, но вы увидите. Если что-то нужно, мы досчитаем с вами в процессе. Итак, смотрю, основа 5, как была, так и есть. Снизу у меня 5 на 2,3. 11,5, ну, те же 12 петель. И вот точно так же я должна с вами вот это все вывязать. Всего 34 петли. 34 петли убрать за 40 рядов. Все то же самое. Причем прямая часть идет практически сантиметр. То есть вот здесь вот 8 рядов сантиметр. 40 минус 8, 32. За 32 ряда я убираю 34 петли, всего 34, минус 12 и делить пополам, потому что вот эти части одинаковые. 34 минус 12 и делим на 2 по 11 петель, все как в том же расчете, все один в один. За 32 ряда убираю 11 петель. 32 это у нас 16 фаз, потому что 32 ряда, это 16 фаз. За 16 рядов убрать 11 петель, что может быть проще. На самом деле, можно убирать, вот как уберется, 11 на 11 будет не 32, а 22. За 22 ряда уберем, пойдем прямо. Можно так, а можно все-таки сделать как нужно и связать по правилам. Давайте все-таки посчитаем, лениться с вами мы не будем. У меня 16 фаз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Убираю обязательно в первый, убираю обязательно в последний. Ну, последний это, собственно, нечетная. Раз начала в нечетном, то в нечетном. И между ними нужно разместить еще 9. Размещаю карандашиком сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну пускай так 9. Немножко неравномерно. 3, 3 и 3. Получается, вот в таком порядке я размещаю. 16 это не ряды, это фазы. Всего 32 ряда. Поэтому раз, два, фаза. То есть это первая фаза, а ряда реально 2. Поэтому рядышком я тут могу и написать, что это, в каком ряду, что у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. То есть рядом я пишу ряды. 11, 12, 13, 14, ну и так далее. В каждом вот этом вот ряду, либо в 13, либо в 14, в зависимости от того, с какой стороны нахожусь, я убираю
петлю. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Все точно. После этого провязываю 8 рядов по прямой и все. И перехожу на уже вывязывание снеговика. А пока, так, еще не посчитала общее количество рядов, конечно, у меня. Общее количество рядов практически совпадает. То есть 2,5, 2,3 не существенно. Моя задача все-таки максимально приблизиться вот к этому значению. Когда я дойду до вывязывания, то есть вот здесь вот у меня не должно быть мешков. Здесь у меня идет ровненько по голове. У меня снеговик начнет вывязываться именно вот от этой линии. Вот когда я дойду до этой линии, тогда я сниму всю набросовую нить и немножко подрастяну это вязание для того, чтобы у меня снеговик все-таки пошел пообъемнее. Ему нужно небольшой объем, не сильно, буквально там на несколько петелечек я увеличу. Сильно не буду, потому что огромный мешок на голове нам тоже не нужен. Чуть-чуть больше, чуть-чуть выше, чуть-чуть шире. У нас получится вот такой очаровательный окат. Поэтому сейчас я вот по этому же расчету вяжу своим узором часть до первой линии. Вспомогательная нитка, открытые петли, все как обычно. Теоретически можно было бы начать и вот с этих петель открытых, но мне нужна будет вот эта линия. Я относительно этой линии буду вывязывать пелерину. Поэтому если сейчас из этих петель начну вывязывать узор, у меня вот эта часть потеряется. И мне придется буквально выковыривать эти петли из вязания, а я это делать очень не люблю. Поэтому вот такие несколько лишних телодвижений мы с вами совершим, когда будем соединять вязание. Но зато когда при вывязывании пелерины у нас будет все гораздо более спокойно. И более того, соединительный ряд у нас делает сборку под шеей и под горлом и на шее. Мы немножко стянем наше полотно. Именно за счет соединительного ряда. Ну а сейчас вывязываем снег. Узор представляет из себя фанги. Вот видите, я вязала сереньким и бежевым. Мне серый вариант понравился больше. Можно взять бежевый, можно голубенький, какой угодно. Как вы угодно увидите снег. Смысл этого рисунка в том, что мы выдвигаем линейкой 1 к 2, то есть через 2 иглы, иглы в переднее положение, провязываем 4 ряда, ставим все иглы в работу и сереньким 1 ряд. Если провязать 2, у нас будет не тоненькая такая рисочка разделения, а такая жирная прямая полоска, что уже испортит узор. Конечно, с двумя рядами вязать легче, потому что при том, что у нас получается в рапорте 5 рядов, нам придется гонять в пустую каретку для того, чтобы переходить к нитке, которая у нас, к сожалению, оказывается с разных сторон. Но узор рельефный, очень такой шишечками идет за счет того, что у нас помимо того, что идет иглы в переднее положение, еще и плотность мы меняем. То есть соединитель, вот этот серенький ряд идет на 5-й плотности, а сами рельефы вяжутся на 7-й. Но это на моей машинке. У вас будет другая плотность стоять. Смысл в том, что белый ниткой мы вяжем рыхло, серой ниткой мы вяжем туго, для того, чтобы еще больше сделать рельеф, и вот эти вот квадратики, шишечки, как хотите, они будут совсем набитые. Итак, берем иглу. Игла каждый раз двигается на одну позицию. И линейкой оптом их всех выдвигаем. Удобнее всего делать линейкой, если у вас есть линейка 1 к 2, это отлично. Если нет, придется руками. Руками гораздо сложнее, можно ошибиться. Линейки такой возможности не дают. Итак, выдвинули иглы через 2. И провязываем 4 ряда белым. Это снег. 4 ряда фангов провяжет практически любая машинка. У меня 7-я плотность. Она, не сказать, что сильно рыхлая, но и не тугая. То есть рабочая плотность 6-я, фанги я сейчас вяжу на 7-й, 4 ряда. Все. Тут же меняю плотность на 5-ю. Ту же. Ставлю все иглы в рабочее положение, провязываю один ряд серой ниткой. Это такой разделитель квадратиков. Мне нужно проверить язычки, чтобы ничего не потерялось. И серая ниточка.
один ряд на пятой плотности. Провязали тут же, чтобы не забыть, я ставлю седьмую, возвращаю сразу. И мне придется перегонять каретку, потому что нитка у меня с другой стороны. К сожалению, у меня машина здесь зажата между стенками, поэтому мне придется не переносить ее, а перевозить. Поэтому счетчик я держу отдельно и считаю вот так вот руками. Если я его поставлю, мне придется, этот счетчик не имеет возможности отмотать на один ряд, поэтому вот таким образом я, к сожалению, тут вяжу. Приходится приспосабливаться. И таким вот образом мы с вами вывязываем нужное количество рядов, включая закругление. Закругление вяжем аналогично тому, как мы вывязывали его в первом внутреннем варианте. Второй ряд. Ставим все иголки, не ряд, а раппорт, следующий раппорт. Сдвигаем иглу, которая у нас стоит в переднем положении, на одну иглу в сторону. Вправо, влево, это не важно. Но в какую начали, туда и двигаем. Определять, если забыли, очень просто. На какой игле есть много накидов, та и была в работе. Берем следующую рядышком с ней. И оптом иглы выдвигаем в переднее положение. Итак, вяжем еще 4 ряда белой. Ряд серый со сменой плотности. Сдвигаем на одну иглу в сторону. То есть сейчас у меня эта игла. В следующий раз у меня станет следующая игла. И так далее. Нужное количество рядов. Связанная часть. Надеваем. Смотрим, что она ложится по ширине абсолютно. Здесь она легла четко. Здесь она получилась буквально на 0,5 сантиметра больше, чем надо. Но уляжется. Переделывать не буду. Вот где-то я на 0,5 сантиметра ошиблась. Вот буквально чуть-чуть длиннее. 0,5 сантиметра нас не переделывать не буду. Все лежит четко, как нам надо было. Теперь моя задача. Вот это полотно, снежок рыхленький, надеть обратно на иголки, но подрастянуть его немножко. Потому что моя задача связать сейчас снежки. Они должны быть шире, чем основное полотно. Почему я сняла? Можно было бы, казалось бы, и на полотне, но мало того, что у нас само по себе количество петель меньше, чем кулирка, этот узор фанговый, так еще и растянуть надо. На машине растягивать сложнее. Проще такое небольшое количество петель снять и растянуть на нужную нам длину. Как будем растягивать? У нас, помнится, здесь 32 иглы. 12,1 и на кулирке, и на рисунке одинаково. 32. 11 плюс 11 и плюс 12. 34. Извините, 34, конечно. 34. Всего кулиркой было набрано с самого начала 120 петель. 120 минус 34. 86. И 86 делим пополам. Получается, что вот здесь, я просто не записывала, делаю это сейчас, вот здесь у меня 43 петли. Я должна сделать побольше, для того, чтобы снежок имел объем. Поэтому не 43 набираю вот тут, а 7 петель, это будет уже многовато. Давайте 5-6. Вот 6 петель. Получается 49. Ну и плюс 1 на сшивание. Хорошо. Набираем 50 петель с этой стороны, 50 с этой. Метки, я поставила метки обратно, когда вязала. То есть метки для вязания узором. Вот, точно так же, как когда вязала основное полотно, кулирку. Их я оставляю, потому что они совпадают. Вот первая петля идет сюда. Последняя петля идет так, на 43. Получается здесь 10, 20, 30, 43. Так, 43 у меня и так. Вот 43 петли отсюда и 43 петли 60. 10, 20, 30, 43 отсюда. Вот. От метки до метки
ставлю и немножко подрастягиваю. Откуда буду брать петли, которых не достает? У меня четкие петельки идут серые, видите, я сняла на катушку и потом бросовую нитку. Эти петли очень четко видны. Там, где мне не хватает, я буду брать петлю из предыдущего ряда. Ничего страшного, она будет белая. В данном случае это не важно, потому что здесь будет такое подтянутое место, его вообще будет не видно, вот этот переход. Более того, первый ряд я провяжу серым, потому что разделение снежков у меня тоже будет серым. Вот этот ряд я сейчас надену и к нему привяжу уже нижнюю часть. Она будет уже надета. Поэтому можно, кстати, заодно и посчитать сразу, сколько же мы провязываем и сколько же мы должны в итоге прибавить петель. Потому что получается, что... Так, вот эта часть у меня что-то завалилась сюда ниже. Надо ее немножко повыше. Вот так вот. Линейкой нельзя чертить по вязанию. Вот эту часть мы должны провязать. Я могу просто посчитать, сколько здесь рядов, чем сантиметрами. Я посчитаю просто сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 23 ряда, я провязываю 27. Беру бумажку, вот у меня прям под рукой маленькая-маленькая бумажка. Итого 49 петель и 27 рядов. Я провязываю до второй линии. Вторая линия у меня уже больше. Я тут вижу прибавки. Вот здесь они заканчиваются. Можно посмотреть, что добавлено 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель добавлено. Значит, у меня, пока я буду вязать, я не забываю прибавлять петли отсюда. Вот, вот она дорожка. Здесь добавляется, еще раз считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, извините, 7. Плюс 7 петель за время вязания. Из них половину я вяжу по прямой. Потом вторую половину добавляю 7 петель. Итого, что у меня получается? 27 рядов. Нет, сейчас возьмем большой лист, будем считать вместе. У меня, после того, как я надела на 49 петель, идет прямое полотно и под углом. Я провязываю здесь 20. Ну, пускай 6, немножко будет больше. Нам много и не надо, нам только обозначить надо. Итого, из них 13 так, и за 13 петель я должна добавить, за 13 рядов 7 петель добавить. Второй ряд я смогу посмотреть, что у меня получается. Если от начала я уже добавила 7 петель, 1, 2, 6, 7, мне останется вот такое количество. 4 петелечки я добавляю в следующий раз и просто делаю общий набор на всех иголках. Вот эти метки мне помогут ориентироваться. Берем, надеваем на 49 петель нашу полотно. Посмотрите, что получается. Я изнанкой, вот у меня вторая полоса, первая полоса уже надета за самые петелечки, за кончики, за единственную ниточку, чтобы не утолщать. И получается, что у меня изнанка к изнанке висит на машинке. Вот она. Нюанс здесь такой. Не надеваем на иглы последние петли. Вот последняя петля остается там и последняя петля остается здесь, потому что сшивать я их буду раздельно. Это петельный столбик на сшивание. Если их зашить, мне не сшить, соединить до самого конца, у меня не получится сделать красивый шов. Вот, поэтому последняя иголка остается без соединения. И последняя петля на изнаночной стороне тоже остается без надевания на иглы. То же самое делаем со второй стороной. Вот так вот это все остается. Вот тут вот, видите, начало. Вот первый сгиб здесь.
вниз опускаем сгиб и вниз опускаем клинья. Остается наша полоска нарисованная, и ее и надеваю на иглы. Соединяю первые, где горловинка, где лицо, простите, там я до конца надеваю, там не важно, потому что все будет закрыто. Соединила здесь, прихватила как раз по месту сгиба полотно, видите, оно немножко подрастягивается. Надеваю с другой стороны, оставляя петельную где-то столбик на сшивание. И дальше, сгибая вот так вот полотно по нарисованному контуру, в некоторых местах надеваю просто на иглы. Цепляю полотно по нужной линии. Таким образом у меня не нарушается линия. И все очень хорошо надевается именно так, как мне надо было. И после того, как я прихватила в нескольких местах, надеваю уже как получается петли. Не петли, а где-то межугольные протяжки, где-то вот эти дужки межпетельные, где-то сами петли. Потому что у меня игл больше, чем игл на внешнем изделии, больше, чем на внутреннем. После этого начинаю вязать. Вяжу по схеме 13 рядов кулиркой. Никаких узоров уже здесь нет, здесь чистая кулирка. И за 13 рядов добавляю 7 петель. Можно 12 и 14. За 14 рядов добавляю 7 петель. То есть каждый раз, проводя кареткой в одну сторону, в другую, я добавляю петлю. За 14 рядов, давайте облегчаемся, бежим максимально. Здесь 12, здесь 14. За 14 рядов 7 петель, просто через ряд по одной петле. И останавливаемся, будем надевать вторую часть нашего полотна. Еще один нюанс. Соединительный ряд, я не стала снимать даже вспомогательную, я провязала соединительный ряд серой ниткой. Это такая тень между нашими снеговиками, между комочками, тень. Поэтому серый ряд на более рыхлой плотности, потому что он соединительный. То есть нормальная, настоящая рабочая плотность шестерка. Соединительный ряд я провязала на семерке. И сразу шестерку ставлю. Теперь я беру белую нитку рабочую и начинаю вывязывать вот то, что я хочу. 12 рядов. Просто параллельно у меня идут две части, вот эти вот по 12, а потом начинаю делать прибавки, исходя из того, что каждые два ряда по одной, выдвигая иголочку, как мы это делали, когда вязали первую часть. То есть я провязываю два ряда, выдвигаю иглу со стороны рабочей нити, и получается, что у меня очень мягкая прибавка пойдет именно так, как мне нужно. Провязываю 26 рядов и останавливаюсь. Со стороны рабочей нити выдвигаем последнюю иглу, делаем прибавку, провязываем предпоследний ряд. Здесь прибавка закончена. Последний ряд по 7 игл я добавила вот таким вот образом, выдвигая иглы по очереди. Поскольку нити у меня каждый раз находятся с разной стороны, приходится это делать по очереди. 26 ряд. Все, я сделала прибавки, видите, вот они пошли, вот это вот пошло мое уже лицо обходить. Все, мы провязали вот эту часть до второй линии. Теперь я спокойно могу вторую линию вот так же надевать на иглы, причем надевать до метки, вот она метка здесь, все вот так вот натягивается отлично, при этом не забывайте, что крайние петли мы не надеваем на иглы, потому что мне должна быть возможность сшивать полотно раздельно. И теперь надеваю полотно на иголки. У меня остается, я смотрю по тому, что у меня сделано, 4 иглы. 4 иглы это 2, это 4 ряда.
Раз, два, три, четыре этого, судя по тому, как мы начинали вязание. Поэтому за 4 ряда я добавляю по 4 иглы, по 2. И вяжу часть до игл. Вот. Здесь у меня само по себе вот эта вот часть получается, болтающаяся в воздухе. Либо я надеваю ее постепенно на иголки. То есть, само собой, гораздо лучше, если я все это скреплю сразу. Я буду провязывать, когда закончу провязывание вот этого, вот этой части. Четыре ряда. Я смогу надеть на иглы и вот эту сторону. То есть сначала надеваю одну часть, потом другую. Мне желательно бы хотя бы в нескольких местах ее соединить, чтобы потом этим не заниматься, когда я буду делать рулик. Поэтому сейчас я покажу, как я буду это выполнять, эту работу. То есть сейчас я надеваю петли, вот эти вот протяжки на иголки. За 4 ряда я должна довязать недостающие. Вот смотрю. Раз, два, три, четыре. Действительно, 4 ряда у меня остается. Провязываю 4 ряда, добавляю по 4 петли, а потом надеваю вот эти вот, можно было оставить открытые петли, но здесь у меня обвив на иглы. То есть я соединю вот это полотно только не одним махом, а постепенно. И после этого будем уже вязать дальше. А сейчас надеваем вторую часть на иголки. Здесь сначала со стороны шва, не доходя буквально 1-2 петелечки до края. Тогда я легко сошью наше полотно. Прихватили с одной стороны. Сгибаете. Не надо надевать последние. И прихватывая в разных местах, потому что у меня натяжение идет достаточно равномерное. Я захватываю те петли, которые у меня отмечены синим цветом ручкой. Лучше рисовать ручкой, не фломастером, потому что шариковая ручка, она не течет и не пачкается. И с лицевой стороны ее будет не видно. Если вы фломастером нарисуете, он может покрасить вам шапку, когда вы ее будете стирать. Фломастер в этом плане более опасен. Вот так надеваете и вяжем точно так же, прибавляя за 4 ряда 4 петли. И после того, как вы провяжете, выйдите на наши отметки, наденете на иглы часть, которая у нас находится вот тут уже. Сколько нам нужно провязать после того, как мы надеваем? Здесь у нас полотно 5 сантиметров. 5 сантиметров я провяжу 6, пускай будет 6. 6 и 4, 24. Те же 24 ряда всего. То есть я сейчас обнуляю счетчик на 0. Я вяжу 24 ряда от начала соединения, которое провязывается серой ниточкой для того, чтобы разделить. Вот я вам даже могу показать. Так, не могу, потому что там я еще не сняла вспомогательную нитку, но вот там серый соединительный ряд есть. Один ряд соединительный серый, он входит в расчет, и дальше плюс 23 ряда для того, чтобы уже дойти до места, при котором я уже начну делать убавки. То есть по прямой вяжем еще 24 ряда, соединив все части. Есть более простой способ соединить вот эту горловину, поскольку ее нужно еще частично провязывать. Я сейчас надеваю ее всю на иголки, отмечаю место, где у меня стоит присоединенная деталь, вот та, и надеваю на иглы машины вот эту часть, которая у меня идет полукругом, всю, и ставлю ее сразу в переднее положение, чтобы не перепутать. И буду не обвивать иголки, не вводить их в работу, а сразу ставить в работу из переднего положения. У меня получится полностью ввязанные детали, одна в одну. Это, в общем-то, это удобнее, чем постепенное такое введение и последующее сшивание. То есть я сразу соединяю детали, так вот, и
эти назад, эту вперед. Вот она у меня соединилась. За самый кончик надеваю. Так, эти назад, эти вперед. Они у меня только что надеты. Переднее положение. И все, ничего другого не меняется. У меня получается все очень хорошо. Не надо ничего обвивать. И деталь сразу привязана одна к другой. Четко количество петель совпало. Значит, все сделали правильно. Так. Вот, могу вот до-до-до. Отсюда до сюда переставляю метки. Вот эти вот метки у меня так и остаются. Я ставлю в работу 4 иглы отмеченные. И когда я их ставлю, то я могу выставлять в рабочее положение сразу вот эти все иголки и начну на них вязать. Мне не нужно ничего придумывать, не нужно ничего никуда надевать. Все уже будет надето и готово. Не надо никаких обвивов и придумок. Сюда, у кого нитевод, можете сразу навесить грузик, у вас все будет держаться, не надо ничего придумывать. Итак, я провязала один ряд серый, и теперь спокойно вяжу белый, вводя в работу со стороны противоположной от каретки по 2 иголки. Видите, все очень просто, я по 2 иглы ввожу, за 4 ряда вполне спокойно это все и сделаю. Каретка у меня справа. Вот рабочая нитка как раз. И рабочая нитка с той стороны. Я один ряд провязала серый. Теперь могу поставить 2 иглы в рабочее положение со стороны противоположной от каретки. И провязываю ряд. На иглах. Здесь я ничего не выставляю. Я обвиваю иголку, стоящую впереди. И провязываю тоже ряд. Ничего не выставляю никуда. Ряд. Ставлю в рабочее положение 2 иглы уже с этой стороны. У меня 2 ряда провязаны. Провязываю. С этой стороны я обвиваю нитку. Иглу, стоящую в переднем положении. И провязываю ряд. Ставлю со стороны противоположной от каретки 2 иглы в рабочее положение. Итого я выставила все иглы в рабочее положение и провязываю 4 ряда. Здесь у меня еще 2 иглы. Выставляю эти иглы в рабочее положение, провязываю. Итого, я провязала все, что хотела. Вот. У меня соединительный ряд, провязана часть с одной стороны, часть с другой, я соединила полотно. И теперь могу совершенно спокойно ставить все иголки в рабочее положение и провязывать оставшиеся 20 рядов, потому что у меня всего 24 ряда я насчитала, 5 рядов я провязала уже, 23 ряда я могу уже просто гладью провязать совершенно спокойно. Поэтому сейчас я просто гладью вяжу 23 ряда на всех иглах. Вот эту нить могу отрезать, она мне в середине уже не нужна. Вот что у нас в итоге получается. Вот наше соединение, видите, абсолютно отлично соединилось и вывязался контур. Все, все прекрасно. Теперь мы надеваем оставшуюся часть нам иглы. Меткой служат уголки. Ну, видите, если бы у меня шапка была зашита, если бы я зашила уголки с самого начала этих линий, я бы не смогла вот эту всю операцию сделать. То есть мне не получилось бы вот так соединить наши шапки. Поэтому сейчас я надеваю оставшийся ряд. Видите, вот у меня изнанка уже почти выровнялась. На иголки, ориентируясь на метки. Можно, кстати, тоже прорисовать линии, надеваете на иголки, растягивая равномерно. Но здесь все будет не так просто, потому что если я вот таким же провяжу, у меня будет огромный мешок. Мне придется пару раз снимать
полотно с машины и делать стяжку. Для того, чтобы была все-таки красивая убавка, мы последний снежок свяжем кругленьким. Он будет круглый, иначе, если мы им будем делать убавок, он будет безобразный. Итак, надеваете последний ряд и провязываете. Поскольку у меня здесь было 20 рядов, насколько я помню, мне надо будет провязать рядов 25, не меньше. И стяжку мы будем делать уже такую хорошую, то есть чтобы хорошо стянуло. Поэтому 25-26 рядов тоже я провяжу после того, как мы наденем последний ряд. Но вот сейчас я надеваю, провязываю 5 рядов и срезаю полотно для того, чтобы сделать убавку. Срезаю, естественно, на вспомогательную нитку. И постепенно будем стягивать, иначе мне будет не собрать столько на нитку.